Так, ну, сегодня воскресенье. В среду удалили зуб. Если считается среды, это пятый день. Если среду не считать, то это четвертый день. Отек сохраняется, ну, небольшой. Было больше. Вчера такой же был, только сейчас. Ну, сейчас 11:46 утра. Еду делать на русскую, на рентген КТ делать, чтобы посмотреть, что с челюстью. Появились боли вот здесь вот в кости, когда делаешь наклон вперед, наклоняешься, например, обуваться, очень сильно давит на кость верхней челюсти вот здесь. Утром хотела, ну, покушать. Открываешь рот. Ну, смотрите. Вот такие действия, да, если жевать. Ну, мы же прямо не жуем. У нас же как по восьмерке, да, жевательная. То есть все вот здесь тянет. Хотя... Еще раз говорю, что верхняя челюсть вообще не трогалась. Удаляли снизу. Больно именно где-то чувствуется, что, ну, костная часть челюсти, не десна, не зубы сами, а вот именно кости тут крепит, хрустит что-то, и очень сильно больно. Вот. Поеду делать рентген, точнее КТ. Описание делается у них 5 дней, но я попрошу срочно, потому что 5 дней я ждать не могу. И посмотрим, что будет дальше.